ти? А ми ще... Ну, я не пам'ятаю. Ти просто такий самий главний гостик? А там новий ще. Це так прийомо. И Костя, теперь давайте перейдем к официальной части нашего мероприятия. Можно проходить, угощаться. У нас здесь просто есть красная ленточка. Вот. И хотелось бы сказать, что это третий наш хостел. Первые два это были, скажем так, кажется, попытки. Это лучший хостел в Минске, в нашей сети и, наверное, даже в Беларуси. Все, ура! Подождите, у нас есть тут маленький сюрприз. Буквально недавно к нам заселился репортер. Мы вот дарим вам большой монитор. Я надеюсь, что в Минске будут хостелы развиваться в таком направлении. Не комнаты без окон в подвальных помещениях, а на самом деле с хорошим ремонтом и хорошим обслуживанием. Потому что сейчас очень важно, что люди уже не идут просто на услугу хостела и дешевой цены. Люди идут на отношение персонала к своей работе. Люди живут. Ну все, желаю вам успехов и долгого плавания. Спасибо. Не знаю, я всю жизнь мечтал петь, но у меня не получается. Все хорошо. И тут весь парень.